Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в студии Ивано-Вознесенской епархии. Добрый день, Вячеслав Петрович. Здравствуйте, дорогой отец Макарий, глубоко уважаемые телезрители. Продолжим наши труды по взгляду в прошлое из будущего, или наоборот, взгляд в будущее из прошлого, что все связь неразрывная. И мы начнем сегодня говорить о русской литературе с не столь уж давнего прошлого, если судить по китайским меркам, но по российским меркам все-таки прошлого. Кто у нас патриарх современной русской литературы? По современной русского знания, научного русского знания одновременно, да? Михаил Васильевич Ломоносов. Я припоминаю, спорили два человека, ну, в школе. Ломоносов же был великий химик. Да нет, это был великий поэт. Да ничего ты не понимаешь. Был великий ученый. Да нет, он был великий поэт. Это не ты ничего не понимаешь. Великий астроном, там, великий физик. Вот. Но, надо сказать честно, Вячеслав Петрович, вот как по вашему педагогическому, преподавательскому опыту, все-таки литературное, поэтическое творчество Ломоносова, ну, как-то недостаточно оно входит все-таки в современную нашу русское восприятие русской культуры, по сравнению с Пушкиным или даже тем же там Гоголем, меньше гораздо. А дело в том, что у Владимира Владимировича Набокова есть интересное наблюдение, что наша современность начинается с пушкинских времен. Я бы даже чуть-чуть отсрочил, вот как Нестор Котляревский, такой известный филолог, автор учебника по русской литературе рубежа 19-20 веков, тогда вот он жил, и говорил, что русская литература начинается с элегии Жуковского «Сельское кладбище» 1701 год, да. А какие-то близкие нам формы возникают, ощущение мира через слово. А вот Державин, Ломоносов, это, говорил Котляревский, абсолютная архаика. Я возвращаюсь к Набокову, он тоже говорит, что вот наша современность где-то насчитывает вот так вот. Ну, для Набокова это было 1,5 столетия, для нас сейчас уже 2 с небольшим. Да. Но здесь есть доля правды, потому что, конечно, и у Ломоносова, и у Державина сохраняется много таких риторико-классических и барочных форм, а все-таки с начала 19 века все это в чувственной стихии сентиментализма переплавляется, и оттуда вырастает романтизм. А романтизм, я считаю, что он во многом формирует современный такой дисбалансированный тип проблемного человека, который и в экзистенциализме просматривается, и да, в постмодерне даже. То есть какой-то слом здесь есть. Но здесь, если мы это слишком догматизируем, то, что не следует догматизировать, то мы не увидим интересных вещей, потому что вы совершенно правильно сказали, что, конечно, наше современное, нововременное, новоевропейское, так сказать, просвещение в России начинается, конечно, с Ломоносова. Вот. И российский, главная цитадель российской науки и образования, Московский государственный университет, носит его имя и неспроста. И именно Ломоносов заложил основы вот этой просвещенной российскости, так если позволительно сказать, нового времени. Вопрос, что это был за свет просвещения? Вот некоторые считают, и в советское время считали, что Ломоносов, ну, ставит на рельсы, если не атеизма, то деизма. Еще не хватало. Так сказать, русский мазохизм. Ну, например, времена веков надо было кого угодно, понимаешь, да, поставить. Но это совершенно неправда, потому что, конечно, у нас есть множество возможностей непосредственно убедиться в, конечно, том, что он был глубоко православным человеком. Абсолютно. Вот давайте... но в новых, экстремальных, я бы сказал, условиях, надвинувшейся на Россию фаустовской цивилизации. Как сказать, на мой взгляд, это все, знаете, как корабль плывет по морю, волны, да, и волны, разные бывают волны. Волны и есть, а курс он держит. Да, давайте послушаем, да, друзья, да, первое из двух стихотворений, которые мы сегодня хотели вам представить. Это элегия, ода, да, размышление о Божьем величии. Вечернее размышление о Божьем. Нет, утреннее. Утреннее. Начинается с утреннего, да? Да, начинается с утреннего. Давайте начнем с утреннего. Да. Хорошо. Давайте вот начнем с утреннего. Да, это именно адический план здесь на первый план, конечно, выходит. Вот, это обращенность к небесам и божественному величию. И причем здесь действительно присутствуют какие-то моменты, недаром тут небольшая такая-то даже не путаница игра, утренние и вечерние, потому что это в едином цикле утреннего и вечернего богохваления, как утреннее и вечернее богослужение, в принципе, в архетипической основе вот этого круга здесь заложено. И вот Михаил Васильевич Ломоносов
Кстати говоря, вероучительный вообще характер его поэзии подтверждают и многие другие его стихотворения, к которым мы обращаться не будем. Но есть обращение, например, к книге пророка Иова, да, вот, и, так сказать, вот посмотрите. «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божии дела открыло. Мой дух с велением внемли, чудяса ясным толь лучам. Представь, каков зиждитель сам». Вот это задает очень такой мощный план. И позднее у Хомякова, когда звезды светят словно Божьи очи, то есть 100 лет уже пройдет после Ломоносова, но то же самое восприятие через вот иконологию тварного мира просвечивает вот этот незримый творец, присутствующий в своих энергиях через энергию тварного мира. Ну да, деизм тут, как бы сказать, не ночевал. Ну, и бог с ними, с советскими идеологами, это же не важно. Да. Важно действительно в этих несколько архаических формах, и лексике архаической, и синтаксисе архаическом, увидеть вот это вот начало верующего человека. Как бы буквально восходящего непосредственно к посланию апостола Павла к римлянам. Вот оно здесь, так сказать, 1800 лет, 1700, которое прошло от Павла до Ломоносова, просто восходит как росток, как цветок расцветает. «Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приближившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан». Посмотрите, отец Макарий, вот смертные возлетают к некоему знанию, откуда открывается что? Вот, например, даже что такое горящий вечный океан? Ну, тут можно по-разному интерпретировать, но вот смотрите, гераклитовский огонь и фалесовская вода. Да. В звездах горит, между прочим, водород. Идет реакция термоядерного синтеза, где водород превращается в гелий, начинается синтез более тяжелых элементов, вплоть до железа. Ну, то есть здесь Ломоносов фактически не знал, но он интуитивно, поэтически предвосхищает это. Вот, и, ну, вот эти процессы, там, огненные валы стремятся и не находят берегов, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. И самый главный момент, что дальше возникает, сия ужасная громада, как солнце, звезда, да, вот это вот как искра пред тобой одна, и восклицает поэт: «О, коль пресветлая лампада, тобою, Боже, возжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел». Вот что я здесь вижу прежде всего, вот это, вы знаете, такой антропокосмизм. Человек вот в этой вселенской бездне, он не потерян. Она обустроена для его повседневных дел. Да? И для вот нас, именно звезда, ближайшая к нам, она узревается поэтом в ее, так сказать, функциональности в качестве лампады, которая всегда будет гореть, пока род человеческий в этом времени на Земле существует. Вот, да. Вот как это важно. И смотрите, дальше. «Всякое дыхание дохвалит Господа», да? «Всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь». Вот. Но дальше, смотрите, опять же, «явное и неявное, видимое и невидимое, светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой, божественный взор, в бездну проницает, не зная никаких предел». И вот в конце звучит, ну, мысль, я скажу немножко, так сказать, с отсылкой к лексике отца Сергия Булгакова, мысль о софийности. «Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою, всегда творите научи, и на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь». Вот здесь можно вспомнить и святого апостола Павла, да, и Василия Великого, и Иоанна Дамаскина, и святителя Григория Богослова, где вот речь идет о том, что через взирание, такое углубленное взирание на творение, для нас раскрывается бессмертный царь и Господь. Больше того, вот смотрите, да, в этом последней строфе всего 6 строк, три раза имеет место слово «творение». «Творец, покрытый умнеть мой, простри премудрости,
и что угодно при тобой всегда творить и научи. Да. Уподобляюсь я тем самым, будучи тварью, на твою взирая тварь, да. Я, будучи тварью, уподобляюсь тебе, Творцу, в твоем творении. Да. Вот, собственно говоря, о чем стихотворение-то. Оно, конечно, немножко тут имеется и какая-то физика. Астрофизика, мы бы сегодня сказали. Астрофизика, безусловно, безусловно. И физика Солнца, и физика звезд. Да. Вот. Но на самом деле здесь от этого, от физики, пусть и астрофизики, есть восхождение к метафизической реальности. И еще в большей степени, почему я считаю, что их очень важно в паре брать, да. Свидетельствует следующее стихотворение. Да, это да, вечернее вот размышление на вечер, о Божьем величестве. Потому что ночь открывает бездну. Вечер, ноктюрн, как говорил тот же Бердяев в начале книги «Новое средневековье». Да, там у него... Ночь глубже, чем день. И в ночи открываются объекты более удаленные. Ну да, божественная тьма. Надо бы сейчас сослаться на Дионисия Ареопагита. Да, Дионисия Ареопагит, конечно. Да, но это все-таки и вот здесь у Ломоносова раскрывается на самом деле то, что, вообще говоря, некоторые мистики, может быть, где-то натурализируя корпус Ареопагитик, но говорят об унгрунд, о неисследимой бездне. Yeah. Вот, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Ну вот, смотрите дальше что. И я всей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. То есть раскрывается через это и глубина человека, как образа Божьего, призванного к подобию, в принципе, соразмерного. Если там антропокосмизм, то здесь вообще космос оказывается, ну, если не мал, то человек не уловляем космосом. Человек как-то выходит за пределы вот этой, собственно говоря, давлеющей космичности. Вот. И дальше интересный момент, где для общей славы божества там равна сила естества. О чем это речь? Это здесь стоит вообще задуматься. Я обычно об этом говорю так. 10 не ближе к бесконечности, чем 5. Но вот с точки зрения вообще, строго говоря, математической логики, это чистая правда. Потому что как только мы считаем иначе, мы бесконечность превращаем в скаляр. Ну, совершенно верно. Это наш уже, духовный взгляд. Здесь, на мой взгляд, это, собственно, не только на мой, вся вторая половина стихотворения «Вечернее размышление» – это, как сказать, гимн познанию, позитивному знанию, тому, что через 100 лет пытались столкнуть с религией. Вот у нас есть наука, это Огюст Конт, позитивизм, и с религиозной точки зрения это будут наши все критики, которые дошли до полного безбожия. И здесь, батюшка, мне кажется, существует еще и указание на ангельский мир. Во всяком случае, позволительно, наверное, так трактовать. Увы, которых быстрый зрак пронзает книгу вечных прав. Но только ли здесь мудрецы? Я бы сказал, что это, конечно, современники ему, астрономы, физики, которые выдвигали гипотезу. Собственно, почему надо познакомить читателя, о чем тут спор идет? Речь идет о северном сиянии. Да, да. Но да, где да. же натура твой закон? С полночных стран встает заря. Не солнце ставит нам свой трон. Не льдистыль мещут огонь моря. Се хладный пламень нас покрыл. Се в ночь на землю день вступил. Он смотрит, это Петербург, там, очевидно, зима холодная была, какой-то момент полярного сияния. Вы правы, с ангельскими мирами надо быть поосторожнее, но как заканчивается, подтверждая вашу мысль, этот замечательный ломоносовский текст, сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших даль извест, не сведан тварей вам конец, скажите ж, коль велик Творец. Знаете, здесь уже, если там некая софийность и принцип аналогии в первом тексте работали, то здесь апофатизм, неизмеримость Творца. Верно, неизмеримость Творца, но в то же время дерзновенное заявление о познаваемости материи. Конечно. Вот это же ученые, вот эти два школьника, которые спорили. Да. Действительно, с Ломоносовым, я хотел бы процитировать стихотворение другого нашего классика. Оно несколько юмористично, конечно. Ну, помните, может быть, да? С Ломоносовым наука, положив у нас зачаток, проникает к нам без стука мимо всех твоих рогаток. Рогаток кого? Какой-то известный чиновник там, сейчас никому не известен, который пытался, ну, надо сказать, речь-то шла о Дарвине, ну, как-то сказать,
лучше с Дарвином, с Ломоносовым потерять, чем с Дарвином найти, да? Льет на мир потоки света наука. И следя, как в тьме лазурной ходят Божьи планеты, без инструкции цензурной, кажет нам, как та же сила войную плоть одета, та же сила познания, то дарованная Господом человеку сила познания, та же сила в войную плоть одета в область разума вступила, не спросясь у комитета. Комитет печати, очередной цензурный комитет. У нас интересно, что... Знать не может председатель. Совершенно верно. Способ, как творил создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. К сожалению, у нас мракобесие вот это вот, оно в какую-то иную одевается одежду и пытается все время противостоять тому, что мы можем назвать свету. Ведь даже размышления о Божьем величии вечерние говорит о свете. Мы с вами начали о ночи. Да. С полночных сторон встает заря. А Ломоносов, противопоставляя утро и ночь, ночь и день, сопоставляет их наличие света. Конечно, и незримый свет еще. Вот эта мысль о незримом божественном свете. Они неотделимы друг от друга, эти два света. Да. Мне кажется, наша главная мысль состоит в том, что мы подчеркиваем вероучительность, вероучительный характер поэзии Ломоносовой. И тем она важна, и в том ее вообще, я думаю, неприходящее вообще значение для русского сознания, для тех, кто будет впитывать русский язык и с молоком матери, и изучать это в школах и вузах. И поэтому я подчеркиваю, вот образ многострадального Иова у нас возникал в самом начале, да, вот у него есть обращение к нему. И вот посмотрите, какие строки. «Сие о смертной рассуждая». Это говорит Господь. «Представь зиждителя во власть, святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит, в надежде тяготу сноси и без роптания проси». Это уже его перевод Иова, да? Да, да. Стихотворный перевод. Стихотворный перевод, не так мало. Конечно, это... Ну что ж, дорогие друзья, будем помнить Ломоносова и не будем впадать в заблуждение ни с той, ни с другой стороны, ни по правую, ни о левую сторону, не пытаться заменить собой веру, не пытаться отказаться от позитивного знания. Наука и вера в конфликт, как-то в столкновение прийти не могут, иначе как-то кто-то их пытается столкнуть. Слова тебе того же самого Ломоносова. Спасибо, Господи, всего вам доброго. Спасибо, спасибо за внимание.